Начало работы с программой RUFS. Запускаем программу. Вводим пароль. Пароль вот здесь на экране. Alex911. Программа запустилась. Наша задача теперь только нажать на кнопку старт. Тут уже введен позывной. Установить начальную скорость. Мода должна быть, обратите внимание, FST. Она по умолчанию стоит. Нажимаем Enter. Вот я, допустим, не успел записать. То есть у меня есть возможность нажать на клавишу F6, чтобы компьютер повторил мне. Работа с программой завершится в течение 10 минут. Как правило, в основном все это происходит. Нужно принять определенное количество позывных. Скорость будет периодически увеличиваться, уменьшаться. Если будете делать много ошибок, она автоматически будет снижаться. Будете хорошо принимать, то скорость будет еще дальше возрастать. После завершения работы он выведет на экран ваши результаты, на которые будет написано ваши баллы, максимальная скорость, с которой вы работали. После завершения придется ввести еще раз пароль. Тот же самый. Alex911. Вот и все основные особенности.